эксцентриссимо. Теперь мы все можем быть счастливыми и не носить часов. У каждого есть мобильник. Он и время подскажет, и калории подсчитает, и деньги. Он и зеркало, и собеседник. Но в мире обеспеченных людей, у которых нет проблем, от часов не отказываются. Каждый год часовые салоны предлагают все более изысканные и дорогие работы. В этом году в швейцарском Базеле показали часы-бабочку. Циферблата за крыльями почти не видно, зато бриллиантов на запястье море. Все крылья драгоценными камнями усыпаны. Можно выбрать из четырех вариаций. Какая более привычнее? Бриллиантовая, рубиновая, сапфировая или бриллиантово-сапфировая. А некоторые часовщики соревнуются в том, чтобы их изделия были максимально тонкими. Рекорд сейчас 5 мм и еще 15 сотых. Особо пришлось повозиться с застежкой, чтобы она была такой же тонкой, как и браслет. Тут уж не до камней, здесь чудеса технические. Но все равно денег стоит 14 тысяч франков. Но чтобы было ясно, за что заплатить, кожу аллигатора на ремешок все же не пожалели. «Время – потеря денег», – говорил Оскар Уайльд. Следить за тем, как они утекают, нужно красиво. Эксцентриссимо.